Всем привет, ребят, всем здрасте. С вами Максим. Что ж, продолжаем. Village, Resident Evil Village. Так, добрался я до замка, значит, я тут уже немножечко погулял, походил, сохранился. Так, мистер Фастфуд, добрый день. Короче, я замочил одну из дочек этой Димитреску, наверное, да? И что-то мне надо дальше делать. Так, сейчас... Да, давай посмотрим, что у тебя есть, что у меня с припасами. Я бы вот... Так, дробовик. А дробовика у меня, наверное, нет уже, да? У меня, по-моему, нет. У меня есть новинки. Какие у тебя новинки? Алло. Припасы, припасы. Вот я, наверное, сделал глупость, что продал вот этот вот пистолет. А надо было его себе оставить, потому что тут можно улучшения для него всякие покупать. Ну ладно, сейчас подсобираю денег. Может быть, тогда продам, я не знаю, что-то сделаю. Вот у меня есть вот эта хрень, я, наверное, могу же их продать, правильно? Зачем она мне? Алый бокал какой-то, деревянная статуя. Не знаю, вот, кстати, деревянная статуя ангела, она может мне понадобиться еще. Ожерелье. Не, наверное, я вот это не буду продавать. Алый бокал. Алый бокал. Так, блин, наверное, пока не буду. Вот. Кристаллическое туловище. А что мне с ними делать вообще с этими... Удачи. Да, удачи. Мне, наверное, может и изучить. Я, может, могу с них что-то достать? Нет, с этого я точно ничего не достану. Алый бокал. С тебя, может быть, можно что-нибудь. Ну, вроде бы ничего нету. То есть, чтобы такого что-то с него снять? Нет, не вижу. Деревянная статуя ангела. Надписи никаких, ничего нету. Что-нибудь тоже. Ожерелье. С ожерелья, может, что-то можно снять? Слушай, ну ничего вроде бы нету. Не вижу такого, чтоб можно было снять. Так, у меня вроде бы патроны еще есть. Так, у меня есть дробовик. А, ну дробовика, у меня только 4 патрона. Дробовика 4. Давай, может, я патроны для дробовика. У тебя есть патроны для дробовика? Так, это изготовление. А, я больше не могу, да, купить? Так, это что у нас? Это схема патрона дробовика. Научитесь изготавливать патроны для дробовика с помощью меню создания. Вот давай вот эту я штуку куплю. И давай посмотрим. Так, создание. Патроны для дробовика. Нужны ржавые обломки, реагент, порох. Могу создать. Вот, немножко создал. Давай лекарство создам. Патроны для пистолета, порох и ржавые обломки. Ну, вроде бы все, у меня пока больше ничего нету просто. Так, у меня есть зато граната вот эта. Ну, ладно, пошли дальше. Так, что надо сделать, я что-то, честно сказать... Найдите покой Димитреску. Ну, ладно, давай. Тут вроде пока спокойно, тихо, никого нету. Все, найдите покоя Димитреску. Ну хорошо, пошли искать покоя Димитреску. Че? Так. Ну, это вроде бы наверху они были. Что-то скрипит, мне не нравится. Винная комната. А я же нашел... Вот, я же нашел этот. Бутылку-то я нашел эту. Ого. Тут никого, я надеюсь, а тут что-то сыкотно. О, порох мне пригодится. Тут что? Ключ от внутреннего двора. Хорошо, зачем мне ключ от внутреннего двора, непонятно, ну ладно. Так, тут вроде бы больше ничего нету, да? Ну я, по крайней мере, больше ничего не вижу. Страшно, капец. Найдите покой Димитреску. Так, ключ от внутреннего двора, как я во внутренний двор попаду? А, я... Стоп. Я выходил через кухню, там большую. Могу устроить экскурсию. Ой, блядь! Кто, где? Иди в жопу, блядь!
Ой, не-не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не-не-не! Тетенька, не надо! Ой, отстань! А-а-а! Уйди! Уйди! Уйди, ты страшная! А-а-а, сука, больно! Пошла в жопу! Как ощущения? Иди нахер, так. Ощущения херовые. Я хочу выйти. Да. Сюда она за мной не должна идти, они же боятся улицы. Ух. Ух. Ух, напугала тетка. Ладно. Так. Блин, немножечко... Немножечко паника. Паника, паника. Так, я нашел внутренний дворик. Вот какая-то дверь, пойду сюда схожу. А, это не дверь. Это я просто шары долблюсь. Так, ладно. Что тут? Обломки металла. Ну, наверное, пригодятся мне. Я так могу предположить. Вон туда надо пойти сходить. А, вот дверь какая-то. Сюда, может быть. Да, да, да. А вон эта тетка. Очень похоже, что я нашел дорогу к ее этому. К ее покоям, к этим. Так, тут я ничего не могу взять, да? Вот здесь. Реагент. Во, реагент мне пригодится, конечно. Бля, эта баба меня напугала. Надо, кстати, полечиться. Так. О, ваза. Давай. Пока что, честно сказать, не совсем понимаю, куда я иду, зачем я иду, но, видимо, мне надо найти где-то ее здесь покои. А где, хрен его знает. Так, тут вроде бы ничего, тут тоже ничего. Ой, ёпта! Ничего с ней не делала, она сама. Сама виновата, я ее не трогал вообще. Блин, мне ключ нужен опять. Она на меня напала, я ее не трогал. Карта замка, посмотреть карту, давай посмотрим. Так, я нахожусь вот здесь. А, во, покой Димитреску, во, мне сюда надо. Зал омовения. Зал омовения. Мне надо то, сходить помыться, что ли, я не знаю. О, я сюда могу зайти. Здрасте. А что у вас тут? Тишина такая. Это что, кровь, что ли? Или просто кетчуп? Будем надеяться, что просто кетчуп. Так, стоп, стоп, стоп. Изучить. Вращать статую. Так, мне надо вращать статую. Так, 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 это интересно, вращать. То есть я сейчас могу их что-то с ней сделать, она должна повернуться. Ты тоже вращаешься? Так, явно не так. Наверное, вот. Эй, стой, 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 куда ты? Куда? Куда ты? Вернись обратно. Так, вот эту надо, наверное, повернуть. Или нет? Они все повернуты друг к другу. А что с ними сделать надо? Так. Думай, голова, шапку куплю. Может, их всех повернуть как-то в одну сторону надо? А, он отворачивается, так не пойдет. Нет, стопе. Ну что-то ж с ними надо сделать, они должны повернуться. Давай так повернем, что ли? Не знаю. И тетку эту тоже повернем. А давайте их друг к другу повернем. Точняк. Идея топовая. Давай. Ёб твою мать, что ты сделал? Так, дверку нашел. И что это такое? Ой-ё. Не люблю я подземелья эти, слышите? Хватит меня гонять по этим лабиринтам. Блин, страшно капец. Ну ладно. Давай пойдем вниз. И чё? Опять какой-то бал... Ой, что за козёл? Ты кто?
Что-то я зачем-то его замочил, непонятно зачем. Так, 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 так. Да я сам в шоке вообще, реально. Что тут за хрень происходит? О. Что скрипит? Что происходит? Может, дробовик взять? Дай-ка зарядим. О! Ой, блядь! Ты кто? И кыш, кыш! Плыви отсюда! Не надо на меня нападать. О, еще патроны. Эта хрень сейчас явно где-то выскочит. Вот, о, я так и знал. Я вот знал. На тебе в голову. Чтоб не вылазил больше. Что? В голову тебе. Неприятно, согласен. О, денег за тебя дали, нормально. Бля, еще где-то рычит. Не рычи на меня. Ой. Есть контакт. А, ты иди ты, попешник. Ты живой? А что ты такой живучий, алё? Так, а это что? А это можно задвинуть, типа? Вот так. Я могу так закрыться, такой красавчик от них. А зачем, непонятно. Открывай. Нафиг нет. Так. А, ну я типа мог просто пойти, закрыться от него и свалить. Как вы меня бесите! Все, у меня закончились патроны. Поэтому ты будешь сейчас огребать с пистолетика. Что это? О, еще патроны дробовика. Хорошо. Я сейчас честно не понимаю, что я тут делаю, блядь. Нахера я сюда залез? В жопу мира. Так. Ой, это я сейчас вообще непонятно зачем сделал. Ну ладно. Создать. Я могу что-нибудь создать? О, патроны для дробовика могу создать. Блин, у меня всего их 5. Что так мало? Алло. Лекарства не могу создать. И у меня 0. Я дебил последний использовал зачем-то. Непонятно для чего. О-о-о-о-о. Я вижу, когда ты булькать свой поднимается. И сколько в тебя патронов-то надо, а? О, траву взял, кстати. Кстати, взял траву, и я могу, что я могу сделать? Могу. Патроны для пистолета не могу. А, и лекарства не могу, у меня реагента нету. А я же брал реагент, куда он делся? Да, не интересно. У меня был реагент. О, коробка. Блять, иди в жопу. А чё у вас трое? Сорян. Суки живучие, конечно, они. Вот это мне очень не нравится. Мне надо идти срочняк покупать патроны у этого, у мистера фастфуда. Что-то бесполезно, что в голову им стреляю, что в задницу. Один хрен. Блин, мне нужны патроны срочняк, слышите? Так, реагент я взял, кстати. Вот, я могу лекарство создать. Вот, уже хорошо. Такими темпами, ребятки, я сейчас буду от вас ножом отбиваться или грязными трусами, потому что патроны у меня заканчиваются. И очень быстро заканчиваются, что мне очень не нравится. Но я вроде бы... Ой-ё. Ой, этих черепов набрал, конечно, целую кучу. Все, 16 патронов, алё, алёшеньки, трындец. О, хорошо, патронов взял немного. Так, я куда-то пришел. Ого. Ого. А чё, куда это я залез? Чё я сюда залез? О, травки взял. Можно будет дунуть. Так, идем дальше. Мне бы патронов. А где ты? А я здесь не был, что ли? А, не, здесь не... О, сохраниться можно. Давай сохранимся, потому что... Что-то сыкотно стало. Так, а что, здесь ничего взять нельзя? Ну, денежки взял. Здесь ничего нету. А что тут все позакрыто, алло? Ну, ладно.
Ё-моё! Не хватало свалиться еще. Ого! Какая женщина, а! Ну-ну-ну, давай. Возьми трубку. Что-то она явно не хочет разговаривать. Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Винтерс смог сбежать от Гейзенберга. Ну да, я такой. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Тише! Нихера себе, ты мощная к баба! Церемонию! Эта тварь заплатит мне за все! Ну зачем хамить? Почему тварь сразу? Ну что вот за грубости вообще, ну? Я вам ничего не сделал плохого. Что это? А, реагент. Хорошо, так. Так, она свалила. Прекрасно. Давайте поковыряемся у нее здесь. Изучить. Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет, когда вспоминаю этот семейный совет. Ко мне относятся как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг, это рвань. Не научится манерам, даже если охлестать его ими. Я бы его порвала, но матерь Миранда не позволила. Почему она ведет себя со мной, как с ними? Она подарила мне этот замок, послушных дочек и вечную жизнь, ведь так? Кто ее любимица, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Идея шикарная. Это что? Роза, где ты? Я тут, я тут. Так, у меня нету ключика. Ты что ж такое? Так. Заперто с другой стороны. Алло! С какой другой стороны? О, что это такое? Ого! Я нашел ключик. Давай. Подходит? Подходит. Твою мать. Добрый день. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан. У, как грубо. Заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Ай, больно, ты что творишь? Ты пытаешься меня обокрасть. Тетенька, не как надо. Как смеешь. Нихера себе, вот тут я ляпнулся. Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду. И уничтожу! Какая злая тетка, ты вообще негостеприимная. Никакого гостеприимства, абсолютно. Кто тут? Порох. Порох. Так, может что-нибудь создать можно? Лекарство, давай, это пригодится мне. Так, патроны для дробовика. Для дробовика. Она моей башкой пол пробила. Ну вообще с ума сошла, ну. Что тут? Открываем. Какие-то подземельем тут лажу, капец просто. Меня все закидывают сюда. Уже заколебался тут ходить. Вот что-то сейчас будет, по-моему. Вот что-то сейчас будет. Мне что-то мне подсказывает, что сейчас будет жопа. Не нравится мне это все. Как-то музычка такая прям нагнетающая. Так, вот еще ворота. А, вот это мне надо разбить срочно. О-о-о, бабосики. Бабосики, это хорошо. А это что? О, реагент. Это я удачно зашел. Так, еще одни ворота, давай. Ай, блядь, ты что только делаешь? Не пытайся убежать. Ну че, блядь? Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Руку отхерачила.
пиздец, ты что творишь, обезьяна? Блять, вот это жопа, а! Куда мне бежать-то, я даже не знаю. Где моя рука, блять? Одна рука! Сука! Оторванная рука, охрененно просто. Иди в жопу! Ой, блять, она не открывается. Эй! А-а-а, бля, больно! Нихера себе! А-а-а! Я не успел? Я не успел убежать! Нихера дела! Бля, больно, слушай ты, кобыла, блин! Черт! Сейчас она мне опять руку оттяпает. Я не могу на это смотреть. Так, сейчас надо подумать, как мне от нее сваливать. Вокруг колонны как-то. Так, ну туда, потом... Блин, долго открывается вот это. Ладно, давай. Сука. А, блядь! Это, конечно... Пытайся убежать. Это, конечно, жопа. Я разорву тебя. Руку отхерачила. Ты не увидишь свою дочь. Да пошла ты. Жиробасина! Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Иди сюда! Ей-е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 й. Давай. Сейчас она будет идти. Мне надо от нее убежать. Эй-эй. Ой! Ой-ой-ой-ой! Закончено. Ой. 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 Я вроде убежал. И чё мне... А чё мне с рукой-то теперь делать? Алло. Она за мной идет, да? Ты не сбежишь отсюда! Ух, блядь. Давай как-то приклеивать, чё? Лепи обратно. О! Не, ну, конечно, перебор уже, блядь. Прям оторванную, отрубленную руку он приклеил обратно, и она сейчас у него будет работать, как ни в чем не бывало. Ну, такое себе, если честно. Хорошо. Какой-то прям... Супер лечебное средство. Сбегите. Сбегите из... И кто-то там орет, мне не нравится. Сбегите из замка. Я знаю, куда мне бежать. Где сохранение? Где этот? Мистер Фастфуд. Меня там не должны убить. Так, давай-ка я добегу, наверное, и сохранюсь. Здрасте. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Херово, очень херово. Мне только что отрезали лапу. Мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Ща, погоди, обсудим. Я расширил ассортимент. Не пизди ты, расширил. Ничего ты там не расширил. Прошу. Жопу свою расширил, скорее всего. А где вот эти, блин? Почему я не нашел ни одного шарика? Странно. Или я еще вернусь сюда? Я чуть не понял, если честно. Заходите. Давай. У меня от тебя есть эти. Куча черепов, я тебе их могу продать. Во. Кристальный череп, 6 штук. Забирай. Окей. Я покупаю это только из уважения. Кристаллическое туловище, обломок кристалла. Я вот не знаю, они мне нужны, они мне не нужны. Хрен поймешь. Подожди, дай вниз. Что там внизу у меня? Мне кажется, что я не все здесь собрал еще. Ну, отлично. Сбегите из замка. Ну, я успею сбежать. А что-то у меня такое ощущение, что я не все нашел то, что мне нужно. У тебя, кстати, ну, есть там эти? Порох, там реагенты, что-нибудь вообще. Пистолет 16 тысяч стоит. Пока что я не могу себе его купить. 9 тысяч. 8 тысяч. Для Леми М18.
Нет. Это улучшение. Все это инвестиции. Ладно, подожди. Точно все купили. Подожди. Так, может сюда... Я знаю, что... Вот! Найдите маски ангелов. Вот-вот-вот. Я же говорю, что... Что, блядь, происходит? У меня такое чувство, что я не все... А, так подожди. Сбегите из замка. Так мне сбежать-то, чтобы нужно дверь эту открыть? Говна на лопате. Мне нужно найти маски ангелов. Стопе. Стопе, стопе, стопе. Подождите. А где... Вот, туловище. В нем есть что-нибудь? Не может быть, чтобы ничего не было. Алло. Зачем оно мне надо? Слушай, ну хрень какая-то. Масштаб, вращать. А вот здесь у него кристалл какой-то. Его нельзя достать? Непонятно. Так, ладно. Я, мне кажется, здесь не закончил. Мне нужно найти маски. А я еще пока ни одну не нашел. Ой, в смысле, одну только нашел. Я реально только одну нашел, больше нет у меня. Это беда прямо, беда-беда. Беда-бедовая. Ой, ну давай. Давай походим, что ли, я не знаю. Но я тут был как бы везде уже. А где еще могут быть эти маски, я даже как-то и не знаю. Блять, иди ты в очко, сука, я, блядь, обосрался. Давай, выходи на свежий воздух, овца. Идите в задницу, тетенька, не надо. Заждался? Ну да, как-то ждал, ждал. Хера, сюда вы не зайдете, спорим? Место сохранения, вы сюда не должны зайти. Ух. Успокойся, жирный. Кто-то топает. Ага, идешь, да, подлюка? Иди сюда. Я тебе ножичком сейчас чик-чик-чик. Что ты? Ты сюда не зайдешь. Да-да-да, ты меня не видишь здесь. Так тебе и надо, бэ. Проходите мимо, тетенька, проходите. Ух, напугала, падла. Так. Ушла, нет? Вроде ушла. Ой, музыка мне это прямо... Ух. Я здесь не все собрал, 100%. Я не все закончил здесь. Потому что... Иди в очко. Мне маски эти нужны. А маски я все еще не собрал, нифига. Во! Во-во-во-во-во! Я, пожалуй, сюда свалю. Она сюда точно не пролезет? Вот 100% у тебя жопа тут застрянет. Кто-то топает опять. Почему кто-то топает постоянно рядом со мной? У меня для дробовика... А, у, есть. Это я тормоз не заметил. Йоа, погнали. Хотя не, пока пистолет. Так. Что-то происходит у вас. О, еще патроны. Вот я удачно вообще зашел. Блять, опять ты, что ли? Давай, 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 открывай, открывай, открывай. Дадим свежего воздуха, тетеньке. Тихо, 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 тихо. На трещины холодным воздухом, наверное, можно пробить мощным ударом. Можно? А, я знаю, что надо сделать. Отвали! Что? Все? Все такое? Неприятно, да давай сюда, на свежий воздух, красотка. Давай, давай. А, больно, больно, сука, перестань, перестань, скотина. На, блядь, свежо, да? Ты
ублюдок! Не надо хамить! Женщина! Нет! Прекратите! Не может быть! Может! Тебе конец! Мне вряд ли, а вот тебе точно! Говна на лопате, твоя добыча. О, еще одну такую же кристаллическое туловище взял. Еще одну тетку завалил. Слушай, нормально иду вообще, четенько. Так, сюда мне не надо. А, так мне обратно надо возвращаться, да? Обратно я не хочу. Алло! Дверь откройте. А, о, олень какой-то. Череп животное на доске. Мне его надо изучить, мне кажется. Там на нем явно что-то будет. Вот. Череп животного. И чё? Его... Чё? А, придурок. Я чуть не понял нифига. Ладно, мне его надо, наверное, туда будет ставить. Там... Помню, в статуе в одной как раз 4 дырки было. И вот туда надо совать. Самое главное, чтобы эта баба сейчас не появилась. Вроде никого. Серебряное кольцо. Так. Серебряное кольцо. Интересно, давайте посмотрим. А где оно? Эй, куда дели? Серебряное кольцо. Изучить? Объединить можно с чем-то? О, интересно. Так, нет, стоп. А еще что-нибудь можно с чем-нибудь объединить? Только это, да, пока что? Это. Ну, это ни с чем нельзя объединить, хорошо. А, о! Ты. Сейчас откроется дверь и войдет эта баба опять. Нет? Нет, вроде нет. Но мне уже страшно. Так. Открой дверь. Ну, вроде ее нету. Если что, я знаю, куда бежать. Не ляпайте так дверями, страшно. Ты тут кошелка толстая. Уходи, 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 уходи. Ага, я забыл до этого. Она ж меня покусала нормально. Надо, чтобы она ушла. Чтоб я мог спуститься вниз туда. Блять, увидела. Увидела, это плохо. Ну, это плохо, потому что, блин, я... Теперь буду ждать, пока она свалит. Идет, идет, идет. Я знал, что она будет идти сейчас сюда. Сюда ты хер пролезешь, поняла, баба? Ну и где ты? Долго идет что-то. Куда она делась, алло? Бляха, музычка эта нагнетающая, бесит прямо. Что происходит? Что-то я как-то... Как в замедленном кино. Слоумо, ё-моё. Сама ты омерзительная тетка. Так, я должен успеть запихонить одну эту штуку сюда. Нет, не сюда. Не сюда. Сюда. Вон она идет, я пойду пока сохранюсь, пока она идет. Давай сохранимся.
Итак, значит, я нашел две маски. Я нашел две маски, мне нужно найти еще две. Так. А куда мне еще надо пойти, чтобы найти еще две маски? Я пока немного не понимаю. Если честно. Слушай. Что за музыка опять? Блять, вот что за музыка. Иди в жопу. Я пойду схожу в самое начало. Я помню, что здесь был лифт. Вот здесь. Вот здесь. Безрезультатно. Так, значит, мне нужно что-то здесь сделать. И выйти я не могу отсюда, да? И она, наверное, придет сейчас за мной. Вот она идет. И я пройду мимо. Извините, простите, извините. Так, я знаю, что мне надо сделать. Мне надо, наверное, валить опять во... Что-то притормаживать стало, что за фигня? Так, мне, наверное, надо валить во внутренний двор сейчас опять. Блять. Какого хера? Хера себе вот тут... Что происходит, ребят, вы откуда? А чё вы, откуда вы по... О, у меня патроны заканчиваются, нихера себе дела. Опять патроны заканчиваются, я на вас слишком много патронов трачу, вам не кажется, Алло! Добрый вечер! Тебе так не кажется, я еще раз прошу. Не кажется, походу. Бля, повылазили, залезь обратно в свою берлогу. Говорю, залезь, не веришь мне. О, патронов-то хер. Вот это прикол, конечно. Так. Подходит? Подходит. Давай, заходим. Никто не идет за мной. Так. Карта замка. Карта замка, пристройка. Что за карта замка, пристройка? Ладно, хорошо. Допустим, карта замка, пристройка. Куда я зашел вообще? Так, там второй этаж, а здесь что? Заперто с другой стороны, ладно. У меня, оказывается, ключ этот есть, который можно почти все двери тут открыть. И я такой торможу. Хожу, что-то тут гуляю. Что такое? Эти пороха. О, кстати, по поводу патронов. У меня патронов нету, блядь. А-а-а, я и создать не могу. 5 патронов. Блин, а чё я как-то поизрасходовал-то их, а? О. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. Окей. Будем знать. Не подходит сюда ключ Димитрийскую. Значит, мне надо искать другой ключ. Куда я вышел? Чё-то я вышел, по-моему, обратно. Так, один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно, кажется, будто они мертвы. Изо рта старшей вылетело насекомое, оно похоже на обычную муху. Два дня после процедуры все три тела покрыты мухами, похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыл окно, часть мух тут же упала замертво на пол. А, видимо, их убивает холод. Я быстро закрыла окно, чтобы сделать насекомых еще слабее. Четыре дня после процедуры все три тела почти целиком съедены насекомыми. Осталась лишь темная копошащаяся масса существ в форме тела. А, это, наверное, про этих подружек. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными, а те, что на губах, ярко-алыми. 6 дней после процедуры маска насекомых вновь превратилась в тела людей, масса. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерьми. Я уже выбрала для них имена Белла, Даниэла и Кассандра. А, Белла, Даниэла и Кассандра. А я замочил двоих только же, да? Я же двоих мочканул. Значит, осталась еще одна. Тут рычит, я не могу понять. Вроде никого нет. А, нет, есть. Здрасте. С
Слушай, у меня патронов мало. Может, ты сдохнешь по-быстрому, а? Хотя ты уже и так как бы... Блять, вот мне не хочется на вас столько патронов тратить, ребята. Ну, вот честно. Шар с цветком и мечами. О, я такой вот шарик взял, наверное, которым надо... этот... Ну как она, это игровой аппарат этот, блядь, как он называется-то, не знаю. Возле пухлиша, который, надо туда сходить будет. Ты один тут? А куда ты пошел? Ну все, пипец. Патронов болт прямо вообще. А что надо сделать? Отмычку. Может, что-нибудь ценное будет? Что это? Вот. Патроны для снайперской винтовки. Это, конечно, хорошо, только у меня снайперской винтовки нету. Вы понимаете это или нет? У меня 5 патронов, ё-моё. Ну, я реально сейчас буду грязными трусами от них отбиваться. А, наконец-то, еще патроны пистолета. Мне бы найти металлические обломки где-нибудь, так я бы сам собрал. Я умею. Могу, умею, практикую. А здесь что? Научное название нет, размер 5-6 сантиметров, структура тела, как у мясной мухи, но голова отличается. Они плотоядные, активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используются феромоны. Они рождаются, когда... Коду откладывает яйца в хозяине, но сами мухи не способны к размножению. Слабеют при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10 градусов, и их метаболизм замедляется, и они впадают в некое подобие криптобиоза. Как тихоходки или, может быть, полипедилум вандерпланки. Очень все понятно. Здесь что? О, обломки нашел. Ну вот. Вот, ребята, но это же уже другое дело абсолютно. 24 патрона всего лишь. Ай, несерьезно. Если они будут столько патронов у меня отжирать, то я так далеко не уеду. Что надо сделать? Так, а вот это интересно. Это какой-то квестик. Сейчас, надо найти какие-то ноты, да? Ноты. Дайте угадаю. Да, я вышел обратно. Ноты. А где-нибудь, где-то, они мне нигде не попадались? Где-нибудь так. Сейчас, секунду. Так, кристаллы. Бокал. Но это все не то. Шарик. Тут ничего. Семейное фото. Тут есть что-нибудь? Тут ничего. Подождите. Ну, какие-то же... Что-то же. Подождите. Подождите. Стоп, я понял. Подобрать надо. Вот. Вот это. А как их запомнить-то? Алло. Так я подберу сейчас. Вот, хорошо. Ага. О. Так, нет. О, почти. О. Сюда. Выше. О! Сейчас я вам тут на пианине. Опачки! Некий ключик я нашел. Ха-ха-ха. Я маэстро, ё-моё! Сбацал на рояле. Или это пианино. Не знаю, что это. Но я вот умею. Что, блядь? Иди в очко опять вот. Ты. Господи, как ты мне надоела. Ой, ребята, прекратите это. Так.
Я куда, куда я бегу вообще? Я хер его знает, куда ты бегу. Ой, блядь, так. Сейчас эта баба вернется. Блин, я оттуда-то убежал, а там же где-то дверь была. А, дверь была с решеткой, куда нужно было ключ запихонить. Черт. Сейчас. Сейчас соображу. Идет. Да. Я слышу, ты идешь, что ты думаешь? Думаешь, я глухой? Я знаю, как от тебя сбегать. Она должна за мной сейчас следом просто идти. Но нет. Ошибочка, извините. Идешь сюда? Иди. Мне надо пройти туда через этот. А через двор опять на туда вернуться. Потому что мне кажется, что... А где ее третья дочка? Или я троих завалил? Нет, я же двоих только убил. Ой, не, ребят, у меня на вас патронов нету. Идите нахер, вот честно. Прямо не до вас сейчас. Где-то здесь был... Где-то здесь... Вот. Дверь. 100%. Да. Вот. Да, моя дорогая, я к тебе шел, только что ж мне с тобой делать, падла ты. Давай, иди сюда. Кыс. Что? Ну, есть немного, я такой. Зачем ты это делаешь? Чтоб тебе свежо было. Не скрывайся! Подожди. Стой. Иди сюда. Ты думала, а? Как холодно. Я, честно сказать, я чисто случайно увидел этот рычаг. Думаю, дай нажму. Вот и нажал. Давай. Оп. Что, свежо? Освежись немножко. А я вот только тебя вспоминал. Думаю, где же это третья красотка? А вот она. Ты моя радость, иди сюда. Всем остальным нравилось. Я вижу, что всем остальным нравилось, только у меня патронов нет. О, ты здесь. Тише, Зинуль. Спокойно. У меня с патронами проблема. Есть патроны? Ты станешь частью меня навеки. Да, я тебя умоляю. Давай вот без этого обойдемся. Еще я частью чего-то там... Не смешите меня, деточка. Где ты, блядь? Так, у меня заканчиваются опять патроны. Что-то у меня какая-то херня с патронами. Подожди. Не торопись, давай мы... Бля, 4. Ну, пипец, короче. Попал. Что значит не хочу? Надо. О, все? Все? Слушай, да это было изи просто. Ненавижу насекомых. Нормально, слушай, нормально мы с тобой вообще разобрались. Четко, быстро. Отлично. Только мне нужны теперь патроны опять. Я уже... Это я не знаю куда. Ладно, сейчас разберемся. Откроешься ты? Открыть. О! Уже это хорошо. Мало, но хоть сколько, если честно. Потому что, ну, вообще патронов... Вот прямо такой дефицит, Ну, дробовик. Жесточайший просто дефицит патронов. Прям, ну, просто, блядь. Так, а я вот отсюда же пришел, да? Да, я отсюда пришел. Хорошо. Так, с этой тетенькой мы разобрались. Теперь... блин, мне бы сохраниться где-нибудь, а сохраняться негде. Ладно, пойду сюда. Куда я тут вышел? Куда-то вышел. Шишел, мышел, пернул, вышел. Куда вышел? Непонятно. Кто шипит? Кто-то топает, блядь. О, еще одну маску взял. Это только третий из четырех? Да ну нафиг! Сейчас, погодите, я сюда вернусь.
Я вот здесь дверь нашел какую-то интересную. Ай! Это что? А, это обратно. Не-не-не-не, мне сюда пока не надо. А можно закрыть, чтобы это не... Тетка эта, чтобы сюда не пришла? Нельзя, видимо, ладно. Так. Патрончики. Хорошо. Так, это карта, мне карта не надо. И что здесь у нас? А, некий механизм. Что надо сделать? Где-то... О, стоп. Пусть прозвенят 5 кол... Чё, пусть прозвенят 5 колоколов в этом зале. Так, это же колокол. 5 колоколов в этом зале. Так, наверх поднимусь, посмотрю. Пусть прозвенят 5 колоколов в этом зале. А, вон колокол. 5. 1, 2. Так, один внизу, второй вверху. Так. Сейчас. О, маленький. Маленький, это же колокол, да? Да, 3. 3. Что, это колокол? Колокол 4. 4. Бля, 4, а где еще один? Стоп, 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 стоп. Мне показалось? Нет, колокол, вон. Это же колокол. 1, 2, 3. Четыре. Да я Шерлок Холмс. Ой, ладно. 5. И что произошло? Я что-то сломал. О-о-о-о, дверь открылась. Нихера себе. Да я мегамозг. И куда я вышел? У вас нету сохраниться где, а? Алло, ребят. Я тут сейчас, блядь, сдохну. 5 патронов много трачу. 5 колоколов, ребят, запоминайте. 5 колоколов нужно... Они все, в принципе, на видном месте. Просто надо немножко внимательно посмотреть. Куда это я залез? Вообще непонятно куда, если честно. Мужики какие-то полуголые. Вот ты же сейчас встанешь, правда? Вот, вот я же чувствую. У тебя есть желание подняться. Карта сокровищ? Что за карта сокровищ? А, подождите. Тири-тири-тим-пау. Карта сокровищ. В гробу этого дворянина лежит ценная фамильная реликвия, но он чертовски хитро закрыт. Надо бы вроде осветить путь. А. Какая-то гробница? Ладно. Сейчас. Сейчас соображу. Поднимайся. Я же говорю, что ты поднимешься, блядь. Такой ты предсказуемый, молодой человек. Все. О, отмычка. Отмычка мне пригодится. Мне бы сохраниться. Вот, блин, сохранения нету нигде. Я уже заколебался ходить. Так, изучить. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетанием ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Значит, звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Никто не знает, где он. Плохо, что никто не знает. Мне надо, чтобы кто-то знал. Мне...
Нихера себе! Вот это штукенция! В смысле нет места для снаряжения? Алло! Давай переместить. Эй, подожди, вот сюда. Да, блядь, подожди ты. Во. А, не, не так. А чё, реально места нету? А, да ты столько этих занимаешь. Столько места ты занимаешь. Подожди-ка. Ну, сейчас что-нибудь придумаем, я не знаю. А чё мы придумаем? Дульный тормоз Леми. Так. Давай вот так как-то. Не, погоди, погоди, погоди. Стоп, стоп, стоп. Стоп, подожди. Я придумал. Ай, да ладно, серьезно, ты не влазишь? Подожди, стой. Так, тебя пока сюда. Патроны. Пока сюда. Тебя сюда. И тебя. Ай, ну, 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 как так-то, ну? Так, стоп. Да подожди ты! Сюда. Отмычку. Сюда. Та, блядь, все равно не влезет. Блядь, чуть-чуть не хватает, ну. Ай-яй-яй, ну что ж такое? Стоп. Ща, блядь, я сейчас тетрис этот долбанный соберу. А-а-а! Ты думал, я не соберу, ага. О, у меня даже патронов много к ней есть. Так, мне бы вот номер один ножик надо бы поменять. А как поменять? Как-то можно поменять? Номер один. Так, нет, стоп. Стоп. Блять, как вот. Быстрый доступ вот сюда. Вот. Теперь у меня под номером один снайперка. А что, было 22 патрона? А, это пистолетная. Ну ладно. Блять, есть сохранение где-нибудь, а? Я уже заколебался искать. Меня сейчас завалят, что я буду делать потом? А, ладно, пошли. О, ребята, это вы кто вообще? Ай, ступени. Я могу что-то с ними сделать вообще? Мне кажется, могу. Ой, хорош! Хорош, вошло! Хе-хе-хе. Оу, здрасте. В голову тебе, падла. Вот на лету не буду, наверное, стрелять, могу не попасть. Жалко патроны тратить. А патронов и так немного, смотри. Ах ты гад! Ай, хочется выстрелить, но, к сожалению, не бабаду. У тебя язык какой-то длинный, что ли, мне кажется. Блять, вот тут... О, садись, садись. Опа! Хорош! Давай тоже туда садись, я тебя сниму. Ну, садитесь куда-нибудь, я чё буду, блять? Сколько мне целиться в вас? Но присядешь ты куда-нибудь, заколебал летать. Ну, я так, конечно... На-на, попал! Алло, я ж тебя успокоил. Успокойся. Я не понял, ты живой, что ли? Я сейчас тебе, блядь, устрою тут. Иди сюда. Ну не, вроде не живой, нормально.
О, я что-то тут насобирал, короче. Там еще один летает, я пока не знаю, что с ним делать. О, это куда лист, интересно. Куда я поеду? Вниз, а куда вниз? Ну куда я еду? Мне страшно. Я понял, куда. О, ну хорошо, я пойду сохранюсь, потому что сохранения давно не было. Я боюсь, что меня ушатают. Пойду сохранюсь, и на этом на сегодня будем заканчивать. Не кричи на меня. Благодаря вашей поддержке. Тише, ребята. И на этом, собственно, сегодня мы и закончим. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте комментировать. Ставьте палец вверх. Всего вам наилучшего, здоровья вам и вашим близким. Все, всем пока.